Всем доброго времени суток. Вот такое начало у меня прекрасное. Сейчас я вам покажу, друзья, видео. Мы ездили в Баухаус. Это строительный цветочный магазин. И, конечно же, я не смогла пройти мимо вот такой красоты. Взяла себе орхидеи. Была очень хорошая скидка на них. Каждый вот такой цветок я купила за 3 евро. Еще взяла вот такой маленький за 1 евро. Нормальная цена у него 7 евро, 6,99. И вот за евро я его взяла. Еще один розовый такой взяла, но подарила сейчас его соседке. Соседку увидела вон там, вон она с цветочками у меня, как всегда, со своими любимыми. И я ей тоже решила сделать такой подарок. Так, сейчас я достану, покажу вам, сколько стоила одна орхидея до оценки, чтобы вам было с чем сравнить. Так, друзья, я вытащила все орхидеи из коробки. Так, Валерка, там делается тебе пицца. Валерка, как всегда, начинает здесь свои всякие разговоры вести ненужные. Так, сейчас я вам покажу поближе расцветка, какая красивая, смотрите. Желтенькие и вот такие вот тоже желто тигровые, тоже очень красивая расцветка. Так, вот так, камеру я настрою получше. И нежно такие розовые. Так, стоила каждая орхидея до оценки, не хочет фокус ловить, как всегда, 9,99. И я купила каждую за 3 евро, вы можете видеть. И вот эту маленькую вот за евро я вам показывала. Я считаю, очень глупо было пройти мимо. Кстати, это Тон магазин. Баухаус, да, еще его называют. И что хочу сказать. В Кауфлянде мы сейчас были. Там такие орхидеи стоят... Не такие. За 9,99 стоит орхидея, но она, знаете, вообще никакушная на фоне вот этих. Короче говоря, очень красивые цветочки сегодня я себе приобрела. Я, конечно, поставлю их здесь на кухне. Так, здесь у нас еще продукты и еще товары. Вот эти вот секшн я вам покажу в другом видео. А эти орхидеи я поставлю сейчас, Валерка. Здесь на кухне, а белые, они уже почти что все отцвели. Я их уберу вниз, на первый этаж. Вот так вот. Сейчас предлагаю вам посмотреть сам цветочный магазин, что я для вас досняла. Жду, конечно, вас, как всегда, у себя в комментарии. Желаю всем всего хорошего и приятного просмотра вам.